Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Бразильский сериал с участием 4 полудохлых батарей и нескольких зарядных устройств продолжается. Батарейка стояла всю ночь. Утром я приехал, ну, заряд уже был практически закончен. Единственное, что я перевел с третьего алгоритма на первый, чтобы ускорить этот процесс. И на заряд ушло где-то 18 часов. В районе 18 часов, потому что час или полтора батарейка уже отстаивается. И вот НРЦ упала до 13,1. Отдано 33 ампера, то есть она взяла ровно столько, сколько вчера отдала на нагрузку. Это говорит о том, что батарея шататься совершенно не хочет. Я рассчитывал, в принципе, я рассчитывал на больше, что она примет больше, чем отдала. Но, видимо, либо пластины настолько сульфатированы, либо они уже изношены, либо, ну, гадать я не хочу. Факт остается фактом, что батарея совсем не хочет принимать заряд. Берет, ну, ровно столько, сколько отдала. Для 800 амперной батареи суммарно, вот эта капля в море, это просто слону дробина. Значит, сейчас соорудил вот такую нагрузочку, 41 ампер. Буду вешать и буду высаживать ее пару часов. Пару часов высаживать, чтобы суммарно высадить, вытащить с нее 80 ампер. И затем подключаем зарядники и пытаемся 80 ампер в нее втолкать обратно. Насколько это получится, давайте будем смотреть. Сейчас я подключу нагрузку и еще раз сделаю включение. Ну вот, подцепил нагрузку, и батарея просто стремительно начала проседать у нас. Разряжать будем 2 часа. Посмотрим, насколько будет просадка. У меня просто дефицит по времени, и уже держать эти батарейки у себя я как бы не вижу особого смысла, потому что надо работать. Жизнь не стоит на месте. Батарейки везут, а мы занимаемся экспериментами. По идее, за эти батареи, я уже сейчас так думаю, что не стоило вообще браться. Но давайте посмотрим. Попытаемся все-таки вдохнуть в них жизнь. Что из этого получится, вы узнаете в режиме онлайн. То есть каждый день, как обещал, ролики будут выходить, и будем наблюдать за динамикой либо в одну, либо в другую сторону этих батарей. Ладненько, до следующего включения. Ну что ж, друзья, прошло буквально 1:15, и батарея высадилась до 10 вольт. Сейчас отключаю нагрузку, буду подключать зарядники и попробуем тут же зарядить батарею 80 амперами. Вот так вот выглядит у нас процесс просаживания, высаживания, или как еще по-другому. Отключаюсь. Пока. Ну что, друзья, пока подготавливал зарядники, НРЦ у нас выросло до 11 вольт. Заряжать буду 8.
зарядными устройствами, 4 в Intel 37, выставил на 4,8. И двумя клонами и двумя 57-ми вымпелами, то есть 8 зарядных устройств и все по 10 ампер. Ну что ж, делаем запуск. Сейчас подключаю и продолжим мониторить, что у нас получается. Так, ну что, парни, запустил зарядники, клоны в паре работать не захотели, пришлось одно зарядное отключить. Итого по факту мы имеем так 10 20 30 40 50, и почему-то два вымпела выдают, один 7,8 ампер, другой 7,4. с чем это связано, пока не знаю, возможно, где-то плохой контакт. Итого раз, два, 3, 4, 5, 50 и 15, 65 ампер у нас. Так, 1, 2, 3, 4, 5, да, 65, где-то, да, 65 ампер у нас начали мы загонять в эти батарейки. Ну, посмотрим, как они будут держаться с таким током. Сколько продлится зарядка. Буду работать, пока все зарядники не напишут, что заряд окончен. Кулон подключал до заряд. Буферный режим отключил, режим хранения. Оставил только основной заряд. Ну, работа кипит. Не буду растягивать, пока отключаюсь. Ну, спустя буквально где-то минут 5-10, наверное, первым заряд окончил кулон, отключился. И теперь он будет у нас выступать в роли вольтметра. 14 вольт на батареях. Почему-то он у нас резко сдулся. Вымпелы пока работают. Вымпелы работают. И здесь, хоть я выставлял 10 ампер на 57-х, идет 10,5. На 37-м также. На двух. Почему-то показания разные. Возможно, где-то плохие контакты. Либо на крокодилах, либо на перемычках. Ну, сейчас пока разбираться не будем. Заряд идет, да и ладно. Продолжаем работу. Ну, вместо вышедших из работы клонов подключил еще один вымпел. Ну, давайте подключим его к работе на старт. И наш вымпел вместо 10 начал выдавать 3,4 ампера. Ну, вот эти вымпелы стоят на самой слабой батарейке. Кулон стоял на самой могучей, на самой более-менее живой. Ну, посмотрим. Каков будет результат. 14,7 почти догнала. Давайте на вымпеле выставим напряжение 14,8 вольт на 55-м. Подогнать по напряжению 37-го вымпела. Продолжаем заряд. Практически все зарядные устройства ушли в отстой.
буферный, перешли в буферный режим, кроме одного. Самое удивительное, что они уходили по не одновременно, а по очереди. Кулон, который остался у нас на самой крепкой батарее, выступал у нас в роли вольтметра, и вот напряжение на нем достигло 14,7 вольта. Значит, сейчас я отключу последнее устройство. Эти все устройства стоят в буферном режиме. Также и вымпел 55. Ну, 55 вымпел, он после ремонта, и на одну десяточку он стал немножко привирать у меня. 14,7 на нем. Не 14,8, а 14,7. Значит, с чем это связано? Ну, связано в первую очередь с тем, что батареи на самом деле очень сильно умотаны. Батареи разбалансированы. Показатели у них очень сильно разнятся. Особенно у одной. Она является обузой для всех, нагрузкой. Ну, факторов много, конечно, почему они пришли в такую негодность. Начиная с того, что, возможно, этот производитель некачественный. Не все китайцы еще делают качественные вещи. Также, возможно, неисправен контроллер. Либо один, либо несколько из контроллеров. И также виной может быть неправильное обслуживание, перенагрузка этой солнечной электростанции. Лампочки накаливания, там все прочее, которое выматывает электростанцию, перерасход электроэнергии. Факторов на самом деле много, я просто не хочу гадать. Но мы имеем то, что мы имеем с этими батареями. Сейчас я сделаю замер на одной самой слабенькой батарее. И буду ставить эту баррикаду на буферный режим, на кулон 720. Как я это сделаю, с какими настройками, будет чуть позже. Ну вот, показатели снимать будем сразу после заряда, без отстоя. Интересна динамика, в какую сторону мы движемся, в правильном направлении или нет. Также выставляем 700. И смотрим на показатели. Показатели слегка улучшились. Самое главное, что сопротивление у нас сейчас не 9, а 6,86. 22% сух, 334 ампера пусковой. НРЦ 1378, и вот этот показатель у нас 6,86. Давайте, наверное, замерим еще рядом стоящую батарею, которой показатели были гораздо лучше. Так, давайте, наверное, то, что мы сейчас имеем, зафиксируем, задокументируем. Так. Так вот повешаем бейджик. И запишем 22 98 334, напряжение 13. Ну, это можно и не записывать, 13,78, но запишем 13,78, и сопротивление 6,86, 6,
86. Сейчас я оценю еще одну батарейку и давайте стрельнем и ее. Так, ну вот снял показатели со следующей, со второй батареи. И улучшение, конечно, есть. Было 31 по суху, сейчас 34, и пусковой был 394. Так, запишем. 34, 98, пусковой 411. 411, напряжение 13,60. 13,60. И хорошее падение сопротивления 5,57. Было сопротивление 7,02. 7,02. Вот так. Сопротивление 7,02. Ох. Записываю. 5,57. Эти батарейки трогать не буду. Мерить не вижу смысла. Давайте сейчас подключимся к кулону и покажу на сроки, с которыми я оставлю эту батарею на ночь. Вот, отключил все зарядники, подключил. И будем подключать вымпел. Значит, с такими характеристиками. Основной заряд мы оставим. 14,7, 10 ампер. Предзаряд. А предзаряд нам не нужен. Дозаряд выключаем. И оставляем. У нас два варианта. Либо сразу оставить на блоке питания. Сразу выставить напряжение 14,7 и с отсечкой 2 ампера. Либо хранение. Но мы давайте выберем хранение. И какую-то часть работы, которую мы затеяли, честно говоря, положа руку на сердце, нужно было вначале, я неправильный алгоритм работы выбрал, нужно было вначале все-таки поработать индивидуально с каждой батареей. Но раз мы начали такое движение, значит, будем его немножко продолжать. Завтра посмотрю, подумаю и, возможно, все-таки продолжу батареи работу в индивидуальном порядке, с каждой по отдельности. Ну, чем интересна вот именно вся балансировка, то, что вытягивается именно слабая батарея. Вытягивается слабая батарея, подтягивается к уровню более хороших. Ну и хорошие батареи также улучшают свои характеристики. Так, ну давайте к настройкам. Основной заряд 14,7, 10 ампер. Хранение 14,7, 2 ампера. Так, подключаем. Нашу колоннаду или клоунаду и смотрим, что у нас выдает кулончик. Яростное снижение зарядного тока, я думаю, что оно продлится недолго, возможно, долго. Сейчас я уже пророчить не берусь, как первый Гартальков. Немножко очкую, побаиваюсь. Ладно, оставим с такими настройками. Сегодня ролик буду закруглять. Одену зимние ботинки, шапку, пуховик, прыгну в машину, поеду домой. Всем добра, удачи, не болейте, друзья. Всего доброго.